Противодействовать, а не содействовать терроризму. Как не нарушить эту тонкую грань средства массовой коммуникации? Сегодня в столице Чувашии стартовал республиканский образовательный семинар. Для главных редакторов и журналистов республиканских масс-медиа выступали эксперты профильных ведомств. Прокуратура, МВД, Роскомнадзор ведут полномерную работу. Однако действовать на опережение и противостоять терроризму и экстремизму могут и средства массовой информации. Но каждое слово должно быть выверенным, чтобы от противодействия не перейти ненароком в содействие. Говорить об этой теме можно, нужно, но соблюдая все этические нормы, понимая то, что за каждым нашим словом может стоять масса действий, которую мы даже не подразумеваем. Несмотря на то, что мы живем в таком спокойном регионе, на первый взгляд, как нам кажется, Чувашская республика не задета у нас ни проявлениями терроризма, ни экстремизма. Вот. Но вместе с тем также рассуждают и соседние наши регионы, Республика Мордовия, Пензенская область, там, Ульяновская область. И думаем о том, что мы живем спокойно, и где-то можно что-то пропустить и на что-то не обращать внимания. И это самая наша главная беда. Наша самая главная беда в профилактике вообще всех деструктивных моментов нашей жизни – это наше безразличие. Первую половину семинара посвятили взаимообмену информации между силовыми ведомствами и СМИ. Во второй части затронули психологические аспекты борьбы с терроризмом, разобрав основные приемы, используемые для пропаганды террористической информации и распространения ложных ценностей.